компания впервые народные деньги объявляет акцию 10 на 10 за 10. Переплата всего 1 рубль в день. Народные деньги. Такого еще не было. Шестнадцатого мая завершился рабочий визит в Монголию делегации Тувы во главе с председателем правительства республики Шалбаном Караулом. За три дня пребывания в Улан-Баторе состоялись встречи с президентом Монголии, а также руководителями монгольского правительства, его министерств и ведомств, на которых обсуждался широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества в увязке с ключевыми инфраструктурными проектами, закладывающими основы для международной интеграции экономик с сопредельных территорий Российской Тувы, регионов Сибири и Монголии. Заключительный день визита был посвящен ознакомительной экскурсии по промышленным объектам компании, контролирующей золотодобычу, угольные шахты и авиаперевозки. Краткий итог визита глава Тувы Шалбан Караул подвел в своем блоге. В рамках реализации приоритетного проекта Министерства труда и социальной политики Тувы «Шаги к благополучию» проведена рабочая встреча с крупнейшими подрядными организациями, осуществляющими деятельность на территории республики. На совещании рассматривались вопросы неформальной занятости в строительной отрасли, трудоустройства безработных граждан, трудоустройства на строительной площадке бойцов студенческих отрядов на время летних каникул. По результатам встречи было принято решение о трудоустройстве вышеуказанных на строительной площадке в подрядной организации Тувы. В Туве завершен отопительный сезон. В городах и селах республики с крупными системами централизованного теплоснабжения отопительный период завершился 15 мая. Решения принимались администрациями муниципальных образований. Средняя продолжительность сезона составила 235 дней. По сообщению Министерства топлива и энергетики республики, осенне-зимний период пройден удовлетворительно. Повышенные зимние нагрузки все 316 котельных прошли без снижения надежности, без перебойной подачи энергоресурсов потребителям. В Туве увеличились доходы от налога на прибыль. Правительство Тувы передало на утверждение Верховный Урал проект закона об исполнении республиканского бюджета за 2017 год. Как отмечается в документе, доходы Тувы за год составили более 23 миллиардов рублей, расходы – около 23 миллиардов. По сравнению с 2016 годом, доходы бюджета увеличились на 8%. По данным Минфина Тувы, представившего законопроект, в структуре доходов наибольшую долю, или 51%, составляет поступление от налога на доходы физических лиц. В 2017 году они выросли на 8% за счет размещения в Кызыле 55-й отдельной мотострелковой бригады, а также повышения зарплат работникам бюджетной сферы в соответствии с майскими указами президента России. И о курсах валют: доллар стоит 61 рубль 82 копейки, евро 73 рубля 2 копейки. С 27 апреля ежедневно, без выходных, в Национальном музее контактная выставка рептилий и пушистиков. Фото-видеосъемка бесплатно. Сила гор, магия трав, выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка – пантовый бальзам «Субидей» с уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чуйдум 44. Напротив торгового дома «Алексеевский». Кызыле. Выставка живых тропических бабочек. Летают и даже садятся на руки. Ежедневно с 11 до 19 часов в Национальном музее. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений и огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ».
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы. Региональным следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тела 8-летней девочки в селе Болгазан Тандынского района с внешними признаками насильственной смерти. По версии следствия, 15 мая подозреваемый изнасиловал и убил школьницу. После совершенного преступления мужчина скрылся в неизвестном направлении. В его отношении был объявлен розыск. По уголовному делу проведен большой комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий. С применением криминалистической техники проведен осмотр места происшествия с изъятием вещественных доказательств, которые направлены для производства ряда экспертиз с целью установления наличия на них следов преступления. Проводится медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. Допрашиваются жители села. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления ранее судимого 55-летнего жителя села Болгазан. Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. Сформировано несколько поисковых групп. Сегодня, 18 мая, ранним утром, при прочесывании лесного массива на территории Тесхемского района, подозреваемый был обнаружен и задержан сотрудниками полиции и передан следователю. В настоящее время мужчина задержан. Планируется предъявление обвинения и направление в суд материалов для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В Туве мужчина подозревается в покушении на преступление сексуального характера в отношении малолетней девочки. 16 мая 2018 года в полицию Кызыла поступило заявление от местной жительницы о совершении в отношении ее 8-летней дочери противоправных действий неизвестным мужчиной. По версии следствия, в этот же день около 12 часов дня на остановке подозреваемый обманом увел девочку в сторону аэропорта, заявив, что поведет ее к матери. Школьница, испугавшись незнакомого человека, начала плакать и, пытаясь позвонить матери, начала привлекать внимание окружающих людей. Подозреваемый, запаниковав, оставил ребенка и скрылся. В настоящее время мужчина задержан. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается. Республиканская детская больница проводит профилактические медицинские осмотры в общеобразовательных учреждениях Кызыла. В апреле текущего года медосмотры прошли во всех школах города и республики. В мае врачи начали обследование в дошкольных образовательных учреждениях. Первым делом дошколята сдают общий анализ крови и проходят узких специалистов. Все нормально, жалобы есть? Нет, да ничего не болит, живот не болит у тебя. Ну давай, печенье Андрею Ильичу, где-то хочу послушать. Кроме этого, на базе детских садов проводятся УЗИ органов брюшной полости, сердца и почек, а также ЭКГ. Медицинские профилактические осмотры позволят будущим первоклассникам пройти необходимое комплексное обследование, не посещая поликлиники и детскую больницу. Ежегодно проходит диспансеризация всех детей в школьных и дошкольных образовательных учреждениях. На сегодня мы уже провели до конца апреля месяца медосмотр всех детей, учащихся школ. С мая месяца у нас начался медосмотр в детских дошкольных учреждениях. На сегодня мы уже провели диспансеризацию в 26 садах. У нас осталось на следующей неделе провести диспансеризацию в 8 садах. В Туве в рамках губернаторского проекта «Тува. Территория мужества» прошел автопробег, посвященный столетию тувинского добровольца Хамушко Чургуйола. 16 мая в селе Хунделен Барунхимчского района, на родине Героя Советского Союза, участники автопробега провели митинг. Мероприятие началось с минуты молчания. Автопробег прошел по инициативе Тувинского республиканского отделения «Боевое братство». По словам организаторов, такие митинги прошли по всему маршруту автопробега. От села Хунделен Барунхимчского района до села Пертак Тесхемского, где местным жителям рассказали о детских годах, учебе, службе в армии и о том, как Чургуйол Хамушко попал добровольцем на фронт. Поведали о его героических подвигах, о боях под Уманью, где Чургуйол Хамушко и его боевые товарищи захватили 24 вражеских самолета, 80 автомашин,
пленили до сотни гитлеровцев и открыли путь для дальнейшего наступления. Такие же митинги прошли во всех городах и селах, по которым прошел автопробег. 16 мая в городах Акдовурак и Чадан, селах Кызылмажалык и Чахоль. 17 мая участники автопробега побывали в селах Элегест и Чалкижик Чедыхольского района, в селах Кочетово, Байхак и Балгазын Тандынского района, а также в селе Самагалтай Тесхемского района. В завершающий день автопробега 18 мая в селе Бертах Тесхемского района. На сайте Министерства образования и науки Республики представлена информация о выделенных целевых бюджетных местах в профессиональной образовательной организации высшего образования России для абитуриентов ТУВы на 2018-2019 учебный год. По состоянию на 15 мая ведомством заключены договоры на целевой прием с 15 вузами России, которые представили свыше 200 бюджетных мест. Процесс подписания договоров продолжается. По итогам работы Республиканской приемной комиссии все зачисленные на целевое обучение студенты будут обучаться за счет средств федерального бюджета в рамках утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации контрольных цифр приема 2018 года. Отмечается, что после утверждения контрольных цифр приема учредителями образовательных организаций высшего образования количество выделяемых целевых мест может измениться. Прием документов от абитуриентов и выдача целевых направлений будет осуществляться Республиканской приемной комиссией с 25 июня этого года после проведения выпускных вечеров в общеобразовательных школах. Универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8 подготовил для жителей Тувы розыгрыш холодильника марки «Бирюса». Для участия вам нужно купить продукты на 600 рублей, и вы получаете карту с номером, которая позволяет вам участвовать в розыгрыше. Не забывайте, чем больше карточек, тем больше шанс получить приз. Розыгрыш нового холодильника марки «Бирюса» состоится 27 мая в 15 часов по адресу Ровенская, 8 в универсаме номер 19. На 600 рублей вы можете приобрести много чего. Если вы бережливая хозяйка, то приходите в универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8. Еще и поучаствуйте в розыгрыше. Спонсор выпуска прогноза погоды – кредитный потребительский кооператив «Советский сберегательный союз регионов». Филиалы кредитного кооператива СССР размещены в 15 городах Российской Федерации. Это удобно. Теперь каждый желающий может стать членом кредитного кооператива и в самые короткие сроки начать получать дополнительный доход по своим вкладам. Внимание! Впервые народные деньги объявляют акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. Народные деньги. Такого еще не было. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшой и умеренный дождь, мокрый снег, местами грозы. В Кызыле перемена облачность, небольшой дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Порывы ночью до 18, днем до 19-24. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4 градуса, днем плюс 20, плюс 22. Внимание! Впервые народные деньги объявляют акцию «10 на 10 за 10». Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в народные деньги. Такого еще не было.